адвокатов Алифанова, Кипцова, Обиняева, Шангера 20 марта 2014 года в городе Мурманске рассмотрела в 13-дневном заседании апелляционные жалобы адвокатов Алифанова и Кипцова на постановление Октябрьского районного суда города Мурманска 18 февраля 2014 года в отношении Шангера Василия Николаевича. Проверив материалы дела, обсудив изложенные в апелляционных жалобах доводы, заслушав участников судебного заседания, суд, руководствуясь статьями 389 со значками 13, 20 и 28 Уголовно-процессуального кодекса, постановил постановление Октябрьского районного суда города Мурманска 18 февраля 2014 года в отношении Шангера Василия Николаевича изменить, указав в резолютивной части постановления о том, что обвиняемому Шангеру назначается ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации с 18 февраля 2014 года. В остальной части постановления суда оставить без изменений апелляционные жалобы адвокатов Алифанова и Кипцова без удовлетворения. Постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 47 Уголовно-процессуального кодекса в течение одного года. Заседание закончено.